Джонни ехал впереди, он залетал в первый правый поворот. Мне вот что бросилось в глаза. Не знаю, что у него там были за проблемы, но он проходил поворот по внутренней стороне, вообще по газону. Он его срезал, не думаю, что он это сделал специально, но когда он оказался на трассе, он въехал в Чикота. Ох, Чикота, Джонни Чикота, пилот с преимуществом 18 очков. Господи, какая незадача. Ну что я могу думать по поводу этого происшествия в Хокенхайме? Специально он это сделал или нет? Это было невероятно.